я каждый новый вечер раскрываю крылья, плечи без тени сомнения. Тебя сегодня встречу, и ты меня заметишь, но под силою волнения превращаюсь в тень. И ты проходишь рядом, тебя я обнимаю взглядом, я бы так коснулась, но ты меня не знаешь, а другой мечтаешь. Бесконечным будет завтра снова новый день. Мне многого не надо, коснуться только взглядом до кончиков ресниц твоих на несколько секунд. Здравствуйте, меня зовут Сабина Якаева, я проживаю в станице Николаевская. Вокалом я занимаюсь со школы. В 5 классе меня мама отдала в музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания школы судьба свела меня с очень замечательным человеком, который по сей день пишет мне песни. Кстати, сегодня я исполню одну из его песен, которая была написана специально для меня. Профессионально вокалом я никогда не занималась. Могу сказать только одно, что в 17 лет я с подругой поехала в Москву на конкурс. Конкурс был, ну не сказать, что прям такой масштабный, но в нем участвовали детки и взрослые с разных регионов России. Сказать честно, по сравнению с ними, можно сказать, я вообще ничего не знала. Полный безырь, по-другому не скажешь, так как они уже были профессионалы, а я была самоучка. Но несмотря на это, я все равно вышла, выступила и заняла почетное 3-е место. О проекте я узнала от своего знакомого, он мне позвонил, сказал: «Сабин, поучаствуй». Как бы я уже давно не пою, но решила попробовать опять-таки себя. Надеюсь, получится. Сняла я видео, такой маленький видеоролик, отправила на WhatsApp. Честно, я не думала, что я пройду, но меня выбрали. Как видите, я здесь. Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. И чтоб не мешали тобой наслаждаться весной. Я не мечтала об этом, сердце держала всегда под запретом, не нарушая души пустоту. Я не летала так низко, но мне не страшно, ведь ты рядом близко, и я теряю. Навеки хочу. Я не мечтала об этом, сердце держала всегда под запретом, не нарушая души пустоту. Я не летала так низко, но мне не страшно, ведь ты рядом близко, и я теряю свою высоту. Высоту. Тебя так люблю. Я не мечтала об этом, сердце держала всегда под запретом, не нарушала.